Батчком, большой-большой секрет! На остановку за Батчком! Ой, тьфу ты! Ребят, это не та песенка, простите, пожалуйста! Ха-ха! Привет, мои хорошие! Привет-привет! Ребят, сегодня я хочу поиграть, конечно, в мою любимую игру Scary Teacher 3D! Привет, Мисти! Ты чё, хочешь меня поймать? Или это я буду играть за Мисти, ребят? Обожаю эту игру! О, если вы тоже ее любите, ставьте лайк, ставьте пальчик вверх, мои хорошие! Ух, молодцы вы меня! Спасибо огромное, что вы меня смотрите, ребят! Ну давайте, давайте мы за учительку сыграем! Ух, мы порвем всех! Да? Эй, тыц-тыц, кто-то дома есть? А, не, ребят, я буду играть сам за себя, за вот этого парня, короче! Ну, правила мы знаем, нам надо найти вот эту вот волшебную коробочку, и чтобы нас за яйца не схватила Мисти, да, я так и сказал, поэтому, осторожненько. Эч! Здрасте, Мисти! Мимо у вас тут коробочки никакой? Так, ребят, опасненько, опасненько, я играю с огнем. Пока не раздуплилась Мисти. Так, отсюда можно вылететь. О, кстати, здесь тоже можно... Вот, есть! Мисти, ребят, вообще не раздуплилась! А, Мисти, Мисти! Эй, валим, валим, валим! Это было вообще легко! Конечно, пробуем еще раз! Опять, ребят, опять я за этого парня! А я хотел поиграть за учительку! Ладно, обратно будем пранковать! Но тут не сильно получается пранковать, она видит, где я! Поэтому главное... Так, она где-то возле двери. Эч! О, коробку вижу! А, вон она на втором этаже, ребят! Yes! Это было вообще легко! Прости, Мисти, прости, прости! Ну, а чё мне терять-то нечего? Чё, хотите обычную миссию или чё? Так, ребят, смотрим. Так, 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 с коминсу. Ну, я думаю, что вот эти вот уровни вы уже видели, да? Они у меня на... канале есть. Не, я хочу все-таки за Мисти поиграть и никому не дать меня одурачить и никакому студенту не дать вынести мою волшебную коробочку. Да, ребят, да, да, да. И вот видите, какая я учителька буду злая. Кусючая прям. Кусючая вонючая учителька. Блин, это я сказал, да? Ох, простите меня, простите меня. Так, Инстаграм. О, ну обратно, фу, блин, почему? Я очень злой. Ладно, ребят, сейчас попробую. Ну как попробую, обратно, стрибаздю коробочку. О, она уже летит, ребят, со дикая учителька попалась. А, коробка тут. Коробка тут, сосуниха. Давай, давай, она, ребят, где-то бегает, я даже... Она застряла, короче, все. Обратно я выиграл. Чё за дичь такая? Сейчас еще раз попробую. Что мне накрутит этот инставин? Хочу учителька сыграть. Видать, сейчас никто не сидит в инете и никто не играет в эту игру. Поэтому я все время играю за мальчика. А я хочу за Тимми. Ну давай, давай. Один, два, три. Один, два, три, четыре. Понеслась. Ребят, поставьте лайк, пожалуйста. Да, если еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. И колокольчик там поставьте. Короче, поклассно. Да ё-моё! И обратно будет подарок вот здесь. Я уже все знаю. Это неинтересно. Ау. Ау. Тыщ-тыщ. Дайте разрабам по голове. Вы же видите, я уже четвертый или пятый. О, я не тут. Здрасте. Чик-чик-чик. Так, что-то я, ребят, не вижу Мисти. Ой, елки, куда же я прус? Она застряла на втором, наверное, этаже. Опа! А где коробочка? Мисти, вы забыли для меня коробочку оставить. Так, ребят, что-то мне стрёмненько, где она есть? Она может быть и здесь. Коробочка здесь. А Мисти где? Я подожду вас, Мисти. Ой, ладно, еще выскочи, блин. Позвоню ей. А, тут нету, да? Эй, Мисти, у меня для вас подарочек. Идите сюда. Ага, ага. Вау, ребят, валим. Есть. Ой, все, мои хорошие, я наигрался. Сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Talking Tom Movie. Увидимся завтра. Пока.